Окей. Ну все, гоп, смотреть. Вроде нельзя будет сделать, а чё? Как? Нет, смотрите, я переобуваться не буду. Если это хуйня пародия, я так и скажу, то, что это хуйня пародия. Окей? Типа, я не буду говорить, что типа, да, все-таки, ну, хоть какая-то пародия есть, то окей, блядь. Ты мог, смог сделать пародию, молодец. Я переобуваться не буду. Нет, ребят, все хорошо. Я вот как считаю, что на меня пародию нельзя сделать, вот так и считаю, так и буду считать. Все нормально, хорошо. Да не, я не плачу. Просто, ну реально, реально обидно, блядь. Иногда бывает просто до глубины души. И вот, настолько заденешь, что пиздец обидно. Да, короче, ладно, расскажу вам, что случилось. В общем, была я сегодня в магазине, все. Пришла, думаю, закуплюсь, хорошо. Смотрю, скидки есть, все. Подхожу на кассу. Коря, спасибо большое. Не веду я себя так, алло. Вообще. Ни в каком моменте. Не все, пришла, думаю. У тебя звук отстает, это у него отстает звук. Один в один, да, конечно. Угу. Куплюсь, хорошо. Смотрю, скидки есть, все. Это у него отстает. Подхожу на кассу. Подхожу на кассу. Пробивают. Бля. Скидки нет. Скидки, блядь, нет. Мне пришлось взять, ну что, блядь. Почему меня пизде обманывают? Почему? Это даже водку не я покупала, мне даже 18 там не было, алло! Не-не, чат, не нужно меня успокаивать, все хорошо, я не плачу, все. Давайте все, лучше скиньте мне видосики какие-то, все, сейчас. А я реально говорю, типа, ребят, не успокаивайте меня, я не плачу, чтобы не, ну, не прибедняться. Я, типа, такая, знаете, типа, боевая тёлка, которую не надо, типа, не надо, не надо. Я реально, если мне не надо успокаивать, я так и говорю, не надо меня успокаивать. Отвлечемся и посмотрим видео. Да, я стесняюсь. Я с мальчиком не лежу в одной кровати. Ты не стесняйся. Пусть угорает, пусть тусуется, все хорошо. Сука, ну просто иногда, блин, так больно бывает. Все хорошо, серьезно, просто. Я вообще похер на них, реально. Ну мне похер, все, мне похер. Алло, Слав, играть будем? Алло, да здорово, сыкуха, потаскуха. Ладно, бля, генцуха, прошу прощения, бля. Не, ну это изи-пизи, бля, вообще не чувствуется. Как? Ты же совсем тупая, бля, генцух. Блин, Слав, ты снова уже так сильно меня оскорблять, ну мне обидно вообще-то. Да чё обидно, генцух, ну тупая как попка, что с тебя взять, бля. Генцуха, потаскуха, сыкуха, тупая шлюха, бля. Я так больше не могу, все, я не могу так больше. Не могу так больше. Не могу. Неправда. Нет. Не могу. Блядь. И это все? И тут песня будет сейчас про меня, ну ладно. Ну, блядь, я ожидала чуть побольше, ну ладно. Эта песня посвящается всем. Почему так жесток твич? Слава Бусти меня срёт, называя тупой пич. Но строго мне не дают, не дают мне вести стрим, засирают меня там. Ну а я буду только ныть, буду плакаться вновь и вновь. Не дают мне вести стрим, засирают. Да когда я плакала последний раз, все, блядь, преувеличивает, вообще не плачу почти. Если я плачу, то по факту. Ну а я буду только буду плакаться вновь. Нет, знаете что?
Сегодня я не буду плакать. Сегодня будут плакать остальные. TSH made it. Подожди, мне кажется, тут у меня басы включены, из-за этого я пердит. Ща. Нас басы. Ща. Это стиль, все остальные пыль, скажут только одно. Бустер ассасин. Сыкуха, пата, скуха. А чё ты там сказал? Расшепчи на ухо. Меня засрал весь твич, теперь засрал всех я. Кого там разъебать? Начнём гастира. Маленький мальчишка, много комплексов, братишка. Тоска огреется на всех, кто геба будет умней. Меня зовут Сыкухой, потому что я носу. На лице каждому стримеру, так это спиздано. Меня хакнули на стриме и поставили готов. А кто у нас любитель кисок? Братишки, ноу. Ари-ари-нян, ари-ари-бан. Мы бухали с тобой вместе, но ты предала. Ты клеила моего парня, но будешь судима. Знаешь, на сколько? 3 года строгого режима. Кинцуха, это стиль, все остальные пыль. Скажут только одно. Бустер, ассасин. Сыкуха, пата, скуха. А чё ты? Не, а что, звучит, да? Там сказал? Расшепчи на ухо. Кинцуха, это стиль, все остальные пыль. Скажут только одно. Бустер, ассасин. Сыкуха, пата, скуха. А чё ты там сказал? Расшепчи на ухо. Так, есть на Кинцуху, значит. Так, ну посмотрим. Блядь, сейчас он будет делать типа... А, не, я думала, там лирик. Посмотрим. Откат. Эй, все ради хайпа, и чё? Везде пиздеть, но ты лох, откат. Не учёл, что везде, где покормят, уже есть подсос. Уберём Мавилон, а теперь ты кто? Как-то это у нас такой дис на Кинцуху пишет. Чё за чел? Сука, я тебя найду. Хорошо. Чат, я ненадолго отойду, хорошо? Нужно встретиться кое с кем. Ну, привет. Ты дис на меня записывал, да? Хорошо. Осуждал заранее. Я предлагаю тебе денег. И ты обсираешь всех, кто меня трогал. Ну и говоришь, какая я классная. Окей. О, так они с Москвы? Оба? Лёха, какой Мазелов красивый, блядь, хоть здесь. 120. Пиздаем, блядь. 120. Так, ну... Мазелов это зайка. Это за Dragon Money у нас. Кинцуха, это пиздец, стоп. Я, наверное, зря тебе много так напинывал куплетов. Я когда-нибудь не буду, в это искренне верю. Больше не будут, я вытащил строка обоссанным хуем. Данилыча, Хантика, Рофла, учебы рисовали. Ебал ему 2, он устал из-за пары. И ты ля, просто топ, пока берешь новый уровень, они берут в рот. Как это парировать, не поняли, и страх у меня кис-кис-кис. Типа падали нахуй, при встрече им ты приготовь позавтракать мясной из панчей. И поверь мне, они все скроут. Блять, они так запарились, пиздец, над локациями, над костюмами встретились. Вот это все придумай, ебать. Индустрию вновь оформляю ртом. Зачитала, будто Эминем молодой. Я та, которую все любят, но и ненавидят. Хочешь проверить? Увидимся на стриме. Кинцуха — это стиль, все остальные пыль. Скажут только одно. Бустер ассасин. Сыкуха, пата, скуха. А чё ты там сказал? Прошепчи на ухо. Кинцуха — это стиль. Сыкуха, пата, скуха. А чё ты там сказал? Прошепчи на ухо. Так, жду еще. Мне не хватает, мне мало. Это типа прикольно звучит. Парочка моментов типа с Dragon Money, окей. И с этим. С тем, то, что я новый, там, и так далее, там, типа, с бустером. Ну, все равно, мне не хватило. Привет. Да. А, все! Не-не-не, я и сказала, так и сказала. Мне не хватило, это все-таки... Чел пишет, слили в нули, но тебе мало.
Получи бонусер, блядь, долбоёб. Ты чё вообще, ты чем смотришь? До конца смотри, хорошо смотрю. Около месяца я готовил эту пародию. Это был очень сложный видеоролик. И я наконец-то, сука, рад, что вы посмотрели его. Как вам? Я хочу сказать просто огромное, сука, спасибо всем людям, которые помогали в создании этого видеоролика. Их было немного, но... Эти люди крутые. Спасибо вам большое. Обязательно, кстати, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на Илью Мазелова, Мазелова, Мазелефф, блин. Короче, по ссылке в описании все найдете. Мне помогало много людей, но сейчас я хочу, чтобы вы мне помогли. Давайте наставим 40 тысяч лайков, чтобы этот видос максимально все увидели. Реально, это будет очень крутая поддержка. Давайте вы тоже, сука, поработайте. Он сделал качественно, но мало. Работаете чуть-чуть, понимаете? Просто мало. Тыкнуть на палец. Я бы вот, если сделала какого-то на кого-то пародию, я, наверное, пол материала, блядь, половину материала за все года изучила бы, узнала бы. Там, чем человек знаменит, там, популярен, какие у него фишки, какие заебы, какие недочеты и так далее. Да все. Сверх, все. Смотрю. Буду благодарен безумно. И еще кое-что. Подразъебите немножко чат всем стримерам. Люблю вас. А теперь Наташа. Наташа, здорово! Шо? Как оно? Шо? Как оно? Как жизнь, скажи мне? Как жизнь? Ладно. Ты говорила, на тебя пародию сделать невозможно? Пожалуйста. Возможно, еще как. Ты наверняка знаешь, что стримерам в последнее время в пародиях я делаю какое-либо предложение. И ты, конечно же, не исключение. Я долго думал, что же можно тебе предложить. И выбрал самое такое простенькое, приятненькое... Дорогая Натаха, по пиву? Да, приглашаю тебя выпить бутылочку пива. Подписывайтесь, подписывайтесь, блядь, делайте, что умеете. Умеете же пользоваться Ютубом, все. Что он сказал? Соцсети в описании, Натаха. А вам спасибо. Я надеюсь, я ничего не пропустила. Ну, короче, пародия говно. По пиву? Блядь, да... Вот на самом важном уйду. Я думаю, смотрю. И самое важное, оказывается, пропустила, пиздец. И выбрал самое такое простенькое, приятненькое. Дорогая Натаха. По пиву? Да, приглашаю тебя выпить бутылочку пива. Подписывайтесь, подписывайтесь, блядь, делайте, что умеете. Умеете же пользоваться Ютубом, все. Соцсети в описании, Натах. А вам спасибо и пока. А вот это он сделал уже как я, вот это вот. Это я так делаю. Спасибо и пока. Ты чё, блядь? Смотри, как минимум, вот то, что два я вспомнила сейчас еще, да? Два. Это то, что, например, я жру, да, можно было сценку, например, сделать с тем, что я постоянно хаваю. Ну, типа, там кто-то мне в Дискорде говорит, да хватит хавать. И ты такой, типа, да не, типа, я не ем. Чё-то. Ну, что-то с хавка можно было добавить. Допустим, и второе, типа, если я туплю, допустим, да. Ну, вот с тупизмом что-то можно было сделать. Типа то, что я туплю, и ты такой говоришь, да нет, это же рофл. Типа можно было как-то так сделать тоже. Но это просто две дополнительные идеи, которые были бы для пародии клёвые. Вот. Но мне не хватило. Мне не хватило. Чел сделал на поверхности просто пародию. Очень качественно, очень охуенно. Но если бы этот чел смотрел мои стримы, он бы сделал её в разы лучше. Но красава, что не смотрит мои стримы. Но я так и... Придерживаюсь этого мнения, что на меня пародию сделать сложно. Вот. Типа, я орнула вот с этих моментов. Ну, с «Пять озер», наверное, не очень. Вот. Со «Славы» орнула. И где-то был, где Ваня... Где Ваня и Арина? А, вот это вот с видосом. Где типа, да пофиг, да пусть они там развлекают. Ну вот это смешно реально.